Команда Новгородской области участвует в финале национального чемпионата «Навыки мудрых». Это соревнование по стандартам WorldSkills для опытных мастеров в возрасте 50 лет и старше. Из-за ковида финал чемпионата проходит на домашних площадках регионов-участников, а в Новосибирске организован Центр управления соревнованиями. Эпидемиологические ограничения, вызванные пандемией новой коронавирусной инфекции, повлияли на формат состязаний. Участники чемпионата постоянно находятся под наблюдением камер. Судьи работают онлайн. В этом году Новгородская область представляет 6 победителей регионального этапа из Великого Новгорода и Боровичей. Свою компетенцию «Гостиничное дело» защищала Татьяна Войнова. В задание входило выполнение трех модулей. Каждый модуль состоял из трех заданий. Два модуля выполнялись вот за этой стойкой администратора, и одно задание было письменное. Самой сложной частью задания было то, что приходилось отвечать на вопросы на русском и английском языках. Но с этим Татьяна справилась хорошо. Всего в соревнованиях принимает участие более 300 специалистов из 63 регионов страны.